Dobar dan svima. Sada će ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i ministar vanjskih poslova Ruske federacije potpisati program suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske federacije za razdoblje 2020. do 2022. Программы культурного сотрудничества подписывают министр культуры и СМИ Республики Хорватии госпожа Нина Обуленкоржинек и его превосходительство господин Сергей Лавров. Программа сотрудничества в области культуры между правительством Республики Хорватии и правительством Российской Федерации на период с 2020 по 2022 год. Hvala lijepa. Pozivam ministra Grlića Radmana i ministra Sergeja Lavrova na potpisivanje plana konzultacija između Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije za razdoblje 2021. do 2022. godina. Спасибо большое. Приглашаю на подписание господина Гордона Грлича Радмана и его превосходительство господина Сергея Лаврова. Подписывается план консультации между Министерством иностранных и европейских дел Республики Хорватии и Министерством иностранных дел Российской Федерации на период 2021 по 2022 год. Thank you.